И снова доброе утро, дорогие телезрители, особенно те, у кого совсем скоро будет замечательное торжество – свадьба. Я сейчас с большим удовольствием передам слово своему коллеге Глебу Давыдову, который подготовил для вас очень важную и актуальную информацию. Итак, блог Глеба Давыдова. Снова доброе утро, дорогие друзья. Сегодня мы очень подробно поговорим о том, что такое выездная регистрация. Я надеюсь, для вас это очень важно. Я смею надеяться на то, что мы с вами сможем сегодня об этом подробненько поговорить. Итак, выездная регистрация – это очень модная европейская веяние, прекрасная альтернатива обычной регистрации браков в ЗАГСе. В среде организаторов свадебных торжества различают официальную выездную регистрацию и постановочную выездную регистрацию. Официальная регистрация выездная – это регистрация брака вне пределов ЗАГСа. Однако проведение такой регистрации несет за собой не только ряд ограничений, но и требует дополнительную оплату. Постановочная выездная регистрация – это своего рода воплощение вашей мечты о свадебном торжестве. Такая регистрация брака подразумевает огромный выбор мест проведения церемонии, начиная от опушки леса и заканчивая лазурным побережьем. Выездная регистрация – это не только модно, но и еще очень практично. Ну, согласитесь, во-первых, можно пригласить всех гостей сразу к месту проведения свадебного торжества, а не думая об организации их доставки к ЗАГСу, а потом от ЗАГСа до ресторана. Во-вторых, есть еще один важный момент, который является существенным плюсом выездной регистрации. Не нужно думать о том, чем занять гостей на 2-3-4 часа, которые обычно выделяются для свадебной прогулки и постановочной фотосессии после церемонии росписи. Не нужно беспокоиться о том, чтобы дата обязательно была, дата официальной свадьбы и регистрации приходилась на пятницу, субботу, на утренние часы. Официальный штамп в паспорте можно поставить в любое свободное время в присутствии самых близких друзей и родных, а и игровую церемонию провести позже в романтическом месте, например, на берегу Финского моря. Выездная церемония регистрации подразумевает нестандартный подход к оформлению помещения для ее проведения. Внешний вид и речь приглашенных регистраторы не будут набивать скуку, а слова, которые молодые скажут друг другу в присутствии гостей и родных, не ограничатся официальными согласен или согласна, или да, или нет. Молодые могут придумать собственный нестандартный вариант регистрации с краткой историей знакомства пары и трогательными клятвами друг другу. Сценарий проведения выездной регистрации брака будет именно таким, как вы мечтали. Под вашу любимую мелодию в исполнении музыкального коллектива. Дети в образах ангелочков рассыпают лепестки розы и подносит подушечку с кольцами. Регистратор медленно, красиво проговаривает свою речь, составленную с учетом ваших пожеланий. Молодожены произносят свои клятвы любви и верности в оригинальной, но, мне кажется, очень непростой трактовке. Для правильно организованной выездной регистрации брака необходимы следующие составляющие. Ну, как минимум, это регистратор брака, музыкальное сопровождение, аренда места для проведения церемонии свадебной и, конечно, свадебный координатор. Все остальное – стулья для гостей, арка, ковровая дорожка, декорация площадки, фото и видеосъемка и многое другое – зависит только от вашей фантазии, фантазии ваших организаторов и количества денег, которые вы готовы потратить на ваше торжество. Мне кажется, что я все, что нужно, рассказал. Осталось вам только для себя принять одно очень важное решение. Готовы ли вы, хотите ли вы сделать выездную регистрацию? Я думаю, что да. Вот этим и нужно сегодняшнего дня и заниматься, если у вас совсем скоро будет свадьба. Ой, спасибо большое, Глеб. Такая важная и актуальная информация, потому что сейчас выездная церемония как никогда в почете и в тренде. И все невесты в детстве же смотрели эти фильмы, когда ангелочки к тебе несут твои колечки, подушечки с кольцами. Ай да, женихи дорогие, выбирайте красивые колечки, потому что для невесты, знаете, как это важно, увидеть красивое колечко на своем пальчике. Вообще, свадебная тема хороша, можно говорить бесконечно. Ой, да, бесконечно.